Стали, ну мы и к вам идем. Да так не получается. Потому что, если ты идешь в разные стороны, ты обязательно куда-то провалишься. Может, там угроза будет? Ну, я думаю, что одна из задач персонально Виктора Януковича – это личные гарантии сохранения власти. Демократия дает гарантии только тем людям, которые беспокоятся о своем народе. Европейская демократия. И поэтому он чудесно понимает, что в рамках европейской демократии ему сложно получить такие гарантии. Натворил много беды. Чтобы остаться президентом. Арсений Петрович, как у вас отношение от Донецка ощущения? Я просил вас приехать, вы приехали. Да, вот как ощущения? Знаете, ощущения хорошие, почему? Потому что это же не первый визит. То есть это уже там, я не знаю, 20-й, 30-й, 50-й визит. Отношение от города и от позиции власти. Ну, власть сдулась. Вот я могу очень четко сказать. Донецкая власть сдулась. Значит, они делали заявления такие громогласные. Мы сейчас им покажем. Мы не дадим провести акцию «Вставай, Украина». И тут раз, после 18 числа, они поняли, что мы все-таки переломили ситуацию. И для меня основной сегодня, основной индикатор, вот основная вещь, которая очень важна в целом для Украины. Мы, как оппозиция, переломили ситуацию. И визит в Донецк доказывает это. Спасибо.